официальная часть Дня города открылась легким расслабляющим детским танцем на площади у центра Дуслык. А после такого зажигательного старта перешли и к вещам более серьезным. Шутка ли? Воздать по заслугам наиболее достойным горожанам. Перед тем, как исполнить эту ответственную миссию, председатель городского совета поздравил всех с праздником. С праздником, авиаторы, машиностроители, конструкторы и летчики. Мы гордимся вами, как и всеми жителями города, всей большой семьей горожан. Мы гордимся ветеранами и первостроителями нашего города. Мы уверены, что Кумертау – один из самых красивых и южных городов республики, обладающий неплохим экономическим и интеллектуальным потенциалом, возрастающей инвестиционной привлекательностью. Наград же в этот день удостоились несколько десятков горожан. Обладателями почетных грамот стали как простые труженики, так и руководители предприятий. Это повара, педагоги, врачи, правоохранители. Словом, представители практически всех сфер деятельности города. Стараемся, работаем, трудимся на благо города. И, конечно, всегда приятно, когда замечают и старания, труды всех горожан. Поздравляю с праздником города, Днем авиастроителей. Администрацию города поздравляю. Работает очень замечательная команда. Очень много говорят о развитии города. Я уверен, у команды, которая сейчас сложилась, все обязательно получится. В нашем городе люди работают, которые на самом деле добиваются успехов и которые заслуживают наград. Я хочу пожелать всем счастья, благополучия и мирного неба над головой. Процветания. Особое приключение приготовили для тех, кто в этот день сделал один из важных шагов навстречу собственному счастью, а в какой-то степени процветанию города в целом. Несколько пар молодоженов поздравили с вступлением в законный брак прямо на площади угольщиков. Им предложили собрать общий символический пазл и бросить будущим невестам традиционные букеты. Раз, два, три! Букетик летит! Ну! Сегодня у нас торжественный день для нашей жизни, то есть свадьба. Вот. Ну и решили как бы войти в историю, что ли. Все отлично, все супер, рады, счастливы. Все хорошо, все отлично, мы рады. Наконец-то свершилось. Завершилась так называемая официальная часть Дня города парными танцами, в которых молодоженов могли поддержать все желающие.